сегодня телекартинка в домах белорусов станет ярче, так называемое аналоговое вещание истории. 15 мая Беларусь полностью переходит на цифру. А это значит, что тем, у кого дома установлены индивидуальные телеантенны, возможно, придется поменять их на направление в сторону ближайшего цифрового передатчика. У кого телевизор старого образца, приобрести цифровую приставку. Специалисты сервисных центров и справочной службы в случае необходимости готовы оказать помощь. Если у населения возникают какие-то вопросы, связанные с переходом, может быть, с подключением, с настройкой оборудования, то в Республике Беларусь действует Республиканская единая справочная служба, короткий номер 172, с городского телефона звонок бесплатен, то есть можно позвонить, специалисты конкретно там сориентируют по конкретному населенному пункту, проконсультируют, может быть, по выбору оборудования, если есть затруднения, по его установке, настройке, подключению. Напомню, первыми в Беларуси от аналогового сигнала в 2013-м отказались осиповичи. Постепенно в течение 2 лет были отключены и другие антенны. Сегодня последний радиопередатчик в колодище.